Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Ноябрь, как правило, переходный период ловли по открытой воде на ловлю со льда. Но год на год не приходится. Бывает так, что весь ноябрь тепло и льда нет. А в другой год с самого начала месяца уже лежит лед. Сегодня рассмотрим ноябрь в качестве рыбалки по открытой воде, потому что с появлением первого льда рыба клюет совсем по другим правилам. Честно сказать, ноябрь по открытой воде худший месяц в плане рыбалки на мирную рыбу, особенно в средней полосе. Поймать карася и карпа сможет только профессионал своего дела. На запрессованных водоемах, где и летом-то рыба вяло ловится, делать нечего. Плотва тоже не идеальный объект для ловли в ноябре, клюют вяло и предпочтительно только на мотыля. Из мирных рыб в этом месяце более-менее ловится лещ, но его сложно найти. В первую очередь стоит облавливать зимовальные ямы на реке или на водохранилище. Но зато в этом месяце можно порыбачить на щуку, судака и окуня с помощью спиннинга или летних кружков с использованием живца. На аппетит этих рыб холодная вода не влияет, так как на карповых, и они кормятся на протяжении всей осени, не готовясь к зимним холодам. И, пожалуй, самой лучшей и легкой добычей является налим. Даже можно сказать, что в ноябре у него самый настоящий жор. Жаль, что налим водится не в каждой яме, как карась. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!